Доброго времени, дорогие друзья! И начинаются у нас старые ламповые обзоры игр на смартфонах. Смартфоны будут разные, но сейчас конкретно поговорим про OnePlus 2. Это один из последних смартфонов, который я себе приобрел. Также куча там других SMH и всякая еще херабуры. Что классно, OnePlus 2 идет сразу с пленочкой. Давайте сразу сменим здесь обои. Обои, ну, сменим на какую-нибудь. Вот на такую, на осеннюю. Так, установить как? Главный экран. Сейчас у меня не Google фото, а Quick Pick галерея. Офигенная галерея, всем вам очень советую. Чем она офигенна? То, что здесь можно каждую обойну вот так тапаешь два раза. И потом не... А, здесь, кстати, удалил. Слушайте, странно. Может, на фотографиях только так работает. Сейчас проверим. Увеличил. Да, еще раз увеличил. Видите, второй раз уже другие смартфоны отдаляют, а этот увеличил. Так, это некачественно получилась фотка. Сегодня фототест очередной устраивал. Ну, сможете потом посмотреть. В общем, это вторая часть, как идут игры на OnePlus 2. OnePlus 2 смартфон хороший, не лишен души он, но, конечно, конкретно очень аскетичные здесь настройки. Очень-очень мало всего по сравнению с OnePlus 1, но оно и понятно. Так, заходим. Мы посмотрели в первом обзоре вот эти верхние 4 игрушки. Red Sun, Exlys, Real Boxing с Rocky и Alien Zone. Сейчас посмотрим 4 игрушки других. Ну, Hearthstone, не знаю, смысл. Ну, смысла, наверное, Hearthstone нет показывать. Давайте посмотрим Need for Speed No Limits. Как идет? Классно или не классно? Прекрасно или не прекрасно? А, кстати, смотрите, у меня здесь кулечек лежит. Вот такого робота себе оторвал. Но здесь еще там бумажечка идет с ним. Вот, вот, короче, собирается вот такой робот получается. Вот присылайте свои предположения, как вы думаете, сколько он может стоить, этот робот. В долларах, там, в рублях, как вам удобно. В общем, вот такой классный робот. Классный, прекрасный. На русском языке, видите, все это наше производство, не Китай, русское производство производится. Все это в Краснодаре делается. Сделано офигительно классно. Но просто какая вы думаете цена? Насколько он дорогой. У него шевелятся ноги здесь, вот здесь, в шарнирах, как бы, ну так прикольно. Ну, по сантиметрам, ну не знаю, сколько он сантиметров. Он не коллекционный, там не 18 сантиметров, не 23, не 28, поменьше. Ну, вот сейчас вам покажу с каким-нибудь чувачком. В сравнении, к примеру, сниму там с полочками, на полочке стоят всякие коллекционные черти. Ну вот, робот, в общем, поменьше, чем рядовой Хадсон. Или не рядовой, капрал Хадсон из чужих. В общем, робот вот такой поменьше. Ладно, все, короче. Присылайте вариант ответов, сколько может стоить этот робот. Я потом напишу. Попробуйте догадайтесь. Так, нет соединения. Надо включить интернет. Включаем интернет. Сейчас пока на паузу поставлю. Так, запустилась игрулька. О, какая-то баба растатуированная. Что-то я не помню раньше в Need for Speed. Келли. Да забодали, что за нахрен за реклама, не могу понять. Так, ну давайте Underground зайдем. Можно сразу играть или нет? Что-то интернет очень плохо работает, ребята, не знаю почему, с чего вдруг. А, там сейчас обзор загружается.
Я думаю, что за тормоза, потому что играл до этого, никаких тормозов никогда не было. Но это из интернета, походу. Сейчас немножко синит экран, потому что ламповое освещение. Не софиты мои включены. Я их давно уже не достаю, потому что перегорел у меня блок питания. А так напрямую в розетку я их или в сетевой фильтр боюсь втыкать. Потому что очень дорогое оборудование там. Дофига стоит, то ли 36 тысяч, то ли. А уже доллар же подорожал, я покупал их 2 года назад. Сейчас, если по цене доллара, то вообще 70 тысяч получается. Освещение. Поэтому освещение сейчас чисто ламповое. Обычное. Вот лампа, видите, бликует одна, третья, четвертая. Так, ну давай, сейчас нажму на паузу. Не знаю, ну конечно, с таким поганым интернетом сейчас показывать. Ну, может, он трассу сразу прорисует. Мазда, по-моему, RX-8, что ли. Графика выглядит не максимально. Никак на Galaxy S7 Edge, никак на Xiaomi Mi 5, никак на iPhone 6S, 6S Plus. Хотя процессор здесь неплохой. 810. Но с урезанной частотой, чтобы дабы сильно не грелся 1.8. Оперативка здесь вообще зверская, LPDDR4, 4 гигабайта на 800-й шине. Но процессор, видите, немножко подурезан. Ну, собственно говоря, видеокарточка здесь, вот не только от этого всего зависит, от видеокарточки. Видеокарточка здесь Adreno 430. На момент снятия обзора это уже не топовая видеокарточка и не новая. Но, тем не менее, идет, в принципе, неплохо, просто графика не максимальная, я бы сказал вот так. Про Need for Speed, No Limits. А это что за фигня? Давайте просто мы сейчас не соревнуемся ни с кем, просто посмотрим трассы, как идет, насколько нагреется сильно смартфон. Кстати, я вот что-то тупанул, ну сейчас 60% показывает батарейка, я не обратил внимания, сколько было до этого. Полетели! Ну вот как-то немножко даже лаги все-таки есть. Давайте динамик послушаем. Что классно, здесь можно настраивать внешний динамик. Не только музыку можно через наушники наслушивать при помощи Music Tuner или вот эта iTuner программка, который здесь изначально идет из коробки в смартфоне. А еще, вот смотрите, можно переключить сейчас, допустим. А вот и игра. Давайте сейчас. Ну, короче, в принципе, игра идет нормально, не знаю, смысла нет в нее играть. Выходим. Посмотрим, идут как другие игрульки. Ксеноверк. Офигенная игрушка вообще всем поклонникам такой линейки фильмов, игр, там комиксов, не знаю, фигурок, чего угодно, как Alien, посвящается. Игрушка просто бомбастик. Игрушка обалденная просто, всем рекомендую посмотреть. Здесь прокачиваете свою бабу, ну, своего персонажа, можно мужика выбирать, не обязательно за девушку играть. Можно переключать оружие. Блин, ну неудобно играть через камеру, вообще невозможно смотреть. Воскресить. Игрушка очень прикольная, вообще просто бомба. Поначалу играть довольно-таки просто. Я тут уже дошел до какого-то уровня, не до самого большого, даже не до середины, но тем не менее монстры уже пакостные встречаются. Да ну падла, блин, зажал там в тупик, надо, короче, выбежать.
Так, где-то мелкий чмошник. Ой-ой-ой. Мелкий чмошник где-то здесь бегал. Ну, я же говорю, играть просто невозможно, нереально. Вот через, когда смотришь через камеру на дисплей смартфона. Да ну забодали, ёпарасоте. Не, ну я так играть не могу, так раздражаешься реально. Так, выхожу с игрушки, вы поняли, игрушка прикольная. Дальше что у нас по списку идет? Дальше идет вот, тоже прикольная очень игрушка, очень простая, как бы, но тем не менее захватывает просто нереально. Можно в нее там играть, кайфовать. Лига войны, наемники переводится. Ну или военная лига, наемники. Сейчас пока на паузу поставлю. В общем, у вас есть база. Вы эту базу прокачиваете, развиваете, изобретаете новые изобретения. Куча всяких приколов. Потом, в дальнейшем, воюете, получаете новых юнитов, юниты опять можно прокачивать, можно, допустим, танки разбирать на металлолом. А, тут сейчас прям обязательно какие-то действия сделать. Ну, сейчас интернет у меня очень плохо работает, поэтому, видите, подтормаживает. А это все эти игрушки идут, к сожалению, через интернет. Ну, все, ладно. Давайте я вам покажу бой. Ой, показал. Не, ну сейчас, конечно, я жгу, сейчас с таким интернетом играть невозможно просто. Давайте выйдем, ладно. Пойдем уже в бой. Короче, апдейты можно, помимо того, что вы улучшаете своих войсков, свои войска, там, солдатов, юнитов, технику, брони, вертолеты. Еще можно, помимо этого, у них есть у каждого свои слоты, можно навешивать там всякие апгрейды индивидуально тому или иному виду техники или отряду. Ну сейчас самое начало, в начале здесь играть до неприличия неприятно, потому что все очень легко. И так легко будет несколько часов игры идти, к примеру, там, если играть по минут 10 в день, то так недели через 2 только, если по совсем немножко играть, то недели через 2 только появятся более-менее нормальные противники там и т.д. и т.п. Вначале все очень-очень просто. Жанр такой, как бы, wall on wall, стенка на стенку. Не tower defense, как бы, ну можно сказать, здесь и tower defense, но вы сейчас поймете, здесь больше как бы стенка на стенку именно. Вот, мы производим юнита, враг производит. Можно полистать самому, посмотреть, кого он там произвел. Вот смотрите, мой по нему гасит 135, отнимает хитпоинтсов. Он, по-моему, 90 отнимает, то бишь у меня уже прокачан мой юнит, пехотинец. Я же говорю, первые миссии, да неприлично просты. И что, вот я не знаю, какая-то херня, я эту игру прошел далеко, на SMAG. Синхронизировалось там все с Play Market, там, с Google Play, но почему-то не могу вот... свои результаты свои закачать, и приходится заново проходить ее. Вот такой вот бред. Ну вот все. Отшпиндохали противника. Ну, я же говорю, сейчас противники такие тупые. Вот получаете всякие ресурсы, XP получаете. За бабки там можно прокачивать вашу технику, изучать новые изучения, новые технологии военные, гражданские технологии для постройки зданий. Ну, в общем, игра очень кажущаяся своей такой простотой какой-то, а тем не менее очень-очень интересная и многогранная. Ну, бои, конечно, здесь все стенка на стенку сводятся к этому. Допустим, вот можно добавить здесь кого-нибудь, убрать. Вот можно еще пехотинца добавить. А, нет, сейчас пока переставить только вот сюда. Вот, джип добавляем.
Ой, блин, ну пипец. Больше, когда обзоры буду загружать, не буду делать никакие видео про игры, потому что интернет работает, ну, очень медленно сейчас. Вообще советую, какая тактика? Вот видите, здесь накапливаются, ну, скажем так, ваши шанишки. И чем больше шанишек, тем больше они накапливаются. Прибавляется, видите, там одно деление желтенького цвета рядом с кружком. Вот смотрите, сейчас зеленая полоса дойдет до цикла, круг. Второе добавилось, то бишь теперь они быстрее добавляются деньги. В общем, разумно подождать, подпустить противников поближе к базе и потом сделать уже кучу целую техники. Но, тем не менее, видите, они могут базу раздолбать, потому что пока техника выйдет новая, ну да, вот мне один сектор базы взорвали. Но зато мы уже сейчас целой гурьбой пойдем в атаку. Это вот такая простая здесь стратегия, тактика. Ну хотя потом будут такие бои напряженные, просто нереальные. Когда уже появятся и воздушные юниты, там, и каких только там только не будет тварей вообще. Просто игра будет захватывать нереально, но ближе только к середине игры. Поначалу все очень просто, очень примитивная подача. Так, ладно, выходим из игрушки, вы поняли, игрушка в принципе заслуживает внимания, но нельзя сказать, что прям с нее можно там...